период летнего чёса по курортам России некоторые знаменитости остались с пустыми карманами. Далеко не каждый человек готов выложить кругленькую сумму за посещение концерта очередной звезды. Александр Малинин активно анонсировал свой приезд в Геленджик. Цена за билет на его концерт достигала 6000 рублей. Его афишами обклеили весь город, но певца ждал провал. В последний день перед выступлением было продано только треть билетов. Позднее в Сочи, где Малинин собирался выступать со своим сыном Никитой, ситуация повторилась. В кассах срыв концерта прокомментировали так. Звезды должны понимать, что люди не готовы платить по 12 тысяч рублей за два места на третьем ряду. Время непростое, а гонорары артисты не снижают. Вот и получаются отмены, билеты не продаются. Людям, дай бог, заплатить за жилье и еду на отдыхе. Певицу Анну Семенович организаторы в курортные города решили даже не везти. Дело в том, что Анна собиралась выступать вместе с группой «Земляне», а билеты в кассах купили только несколько десятков человек. Мероприятие оказалось полностью убыточным. Даже перелет обошелся бы дороже, чем удалось бы выручить за концерт. Кристина Орбакайте до курортных городов все же доехала, но вот выступать пришлось в полупустых залах. Несмотря на активную рекламу, зрители не спешат покупать билеты на концерты звезды. По информации в прессе, заполняемость зала в Анапе составила только 50%. А вот на концерты Филиппа Киркорова и Григория Лепса публика всегда ходит с большой охотой, несмотря ни на какие обстоятельства, интерес зрителей к этим певцам не ослабевает. Также продолжает собирать полные залы в российских городах и Ольга Бузова. А вот Валерий Меладзе, который обещал уйти с эстрады, теперь выступает на зарубежных частных вечеринках. 6 августа он дал концерт в одном из дорогих клубов Монако. Цена за билет достигала 1200 евро. Также недавно артист выступил на частных мероприятиях у обеспеченных людей в Казахстане и Москве. Скоро он планирует тур по Германии. Коллеги артиста говорят, что концертов у Меладзе стало значительно меньше, но и сейчас он чувствует себя вполне неплохо. Гонорар за выступление певца стартует от 4 миллионов рублей. Комментаторы в соцсетях сходятся в едином мнении. Да пусть поет где хочет, лишь бы не в России и не за российский бюджет. Ставь лайк, если понравилось видео, и жми на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые ролики.